Кызыле стартовал конкурс ледовых скульптур. На площади, где установлена главная елка столицы, уже расположились участники конкурса. Каждый из них должен в своей работе отобразить свое видение зимней сказки. Погода стоит морозная, что, в принципе, для декабря не очень обычно. Поэтому у нас на территории городской елки организован пункт для обогрева. Также организован горячий чай и небольшое питание для наших конкурсантов. Всего в конкурсе принимают участие 7 мастеров. Это скульпторы, самодеятельные художники, камнерезы и преподаватели Центра дополнительного образования. Алексей Кагаёл участвует в конкурсе ледовых скульптур не в первый раз. На этот раз он решил участвовать со своими воспитанниками из Центра дополнительного образования. Ребята приходят перед и после занятий в школе. Каждый на практике учится работать с инструментами. Это своего рода мастер-класс, говорит он. Наоборот, здесь просто своими учениками. Я хочу показать им просто, какие инструменты, как работать с материалом. Хочу показать просто. Из-под ловких рук мастеров ледяные блоки постепенно превращаются в героев сказок. Где-то будет символ будущего года собака, а где-то сказитель с зайцами-слушателями. Декабря на открытии главной елки Кызыла будут определены победители. Так, по итогам конкурса жюри присуждает первое, второе и третье место. Победители награждаются памятными дипломами и денежными премиями.